Ситуация изменилась после обращения жителей станицы к главе города. Юрий Поляков дал поручение найти решение вопроса. Практически через месяц в Гастагаевске началась реконструкция храма. Основные работы уже завершены. Было заменено покрытие крыши, а главное, установлен настоящий купол. Раньше его роль исполняла самодельная конструкция, построенная местными жителями. Для станичников, для людей, кто проезжает мимо, для гостей, теперь храм приобрел новые правильный, настоящий свой вид. Теперь люди уже узнают его издалека, благодаря этому куполу. Сейчас ведутся работы по подготовке земельного участка. На этом месте появится новый храм. Как говорит отец Георгий, теперь строят всем миром. Кто-то вкладывает денежные средства, другие ведут строительные работы. С Божьей помощью все получится, надеемся на это. Сейчас мы приводим в порядок все документы по земле, по объединению двух участков в единый. Потом получение градостроительного плана, ну и уже благодаря тем, кто отзовется, людям начнем строительство нового храма. По словам прихожан, реконструкция храма – пример того, что любую проблему можно решить сообща. Рядом со старым зданием, которое уже не может вместить всех желающих, появится новый храм на 500 человек. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.